Этот криптографический календарь сделан из дерева и имеет странные символы, похожие на иероглифы. Казалось бы, ничего не понятно, но с помощью вот такого ползунка можно с легкостью все прочитать. Есть как минимум два варианта изготовления подобного календаря. Первый и самый простой – сделать его с помощью картона или листа плотной бумаги. В таком случае не придется выпиливать необходимые детали. Это актуально, если у вас нет лобзика или пилы. Второй вариант – изготовить календарь из дерева. Выглядит круче и долговечнее. Я нашел вот такую разделочную доску из бамбука. В магазине Fix Price она стоила всего 40 рублей. По крайней мере, за столько я ее покупал. С помощью электрического лобзика я выпилил три дощечки. У меня получились следующие размеры: 250 на 45, 250 на 30 и 250 на 13 мм. В принципе, размеры могут быть чуть больше или меньше. Самая широкая доска предназначена для нанесения изображения. Средняя для подставки и самая маленькая для держателя ползунка. В одном из прошлых выпусков я рассказывал, как перенести изображение практически на любую поверхность, в том числе и на дерево. Для этого наносим полоску скотча на лист бумаги и на струйном принтере распечатываем зеркальное изображение календаря. Далее нам понадобится самая широкая дощечка. Не допуская смещений, фиксируем распечатку с помощью скотча. Аккуратно прижимаем лист бумаги и любым тупым предметом проводим несколько раз по листу бумаги, чтобы краска впиталась в дерево. Получилось неплохо. Приступаем к сборке календаря. К подставке приклеиваем самую маленькую дощечку. Как я уже говорил, это будет держатель ползунка. Дощечку с изображением клеим к подставке на расстоянии 1,5-2 мм от держателя ползунка. Этого расстояния вполне хватит для свободного перемещения ползунка. Краска из струйного принтера на календаре легко смывается водой, поэтому желательно закрепить ее с помощью прозрачного лака. Теперь приступим к изготовлению самого ползунка. Самый простой способ сделать его из бокса от компакт-диска. Общие размеры ползунка 45 на 20 мм. Плюс необходимо сделать два вертикальных отверстия размером 8 на 6 мм с расстоянием между ними в 2 мм. Также для удобства можно сделать небольшой держатель. Осталось установить ползунок между двух дощечек, и волшебным образом непонятные символы превращаются в цифры. Выглядит круто. Пожалуй, это даже может стать отличным эксклюзивным подарком, сделанным своими руками. В описании к этому ролику я указал все размеры, а также ссылки на файлы для скачивания, поэтому вам не нужно самим рисовать календарь, вы можете использовать мой шаблон.